Смерч в Анталии. Украинцев нет среди пострадавших. В МИД Украины сообщили, что местный аэропорт в Анталии работает с перебоями. Украинцев нет среди пострадавших в результате смерча в турецкой курортной провинции Анталия. Об этом в субботу, 26 января, сообщил заместитель директора департамента, начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллич в соцсети Twitter. Смерч в Турции. По информации экстренной служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями, заявил Кириллич. Также он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции плюс 90 539 550 98 98, плюс 90 312 442 15 93. Напомним, 26 января в Анталии смерч перевернул автобус с 12 туристами, которые направлялись из здания аэропорта к трапу самолету. Также накануне сообщалось, что на Анталию обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями и торнадо. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.